Британские силы Монтгомери продвигаются на север по восточному побережью Сицилии, подавляя немецкое сопротивление. Их цель – Мессина. Войскам США отведена роль сил поддержки. Но у Паттона другие планы. Если мы хотим остановить Инквизитора, нам придется добраться до Мессины за 24 часа. В штабе все придут в ярость, сэр. Они обещали британцам, что Мессину освободит Монти. Штабу придется смириться с этим. Черт возьми! Это же война, а не конкурс красоты! Если есть сомнения, нападай. Текс. Производим добытчиков золота побольше. Я могу помочь? Слушаюсь. Так, здесь у нас уже 4. 6 еду добывают. Приказы? Приказы? Ctrl-1. Так, давайте пару танков. Еды не хватает. Прибыли подкрепления из Британии. Так, кидаем подкрепление. Что нам? Британские САС к вашим услугам. Даже. Немиссии к нам будут регулярно приходить британские подкрепления. Да. Слушаюсь. Так, лесоустройство. Так, уровень добычи. Изучаем все вот эти технологии. На нас напали! Не лезь на рожон. Сэр. Отбились без проблем. Так. Мы, во-первых, еще можем построить этот. Да. Построить можем университет. Давайте поставим. Слушаюсь. Сэр. На нас напали! Что там, опять на кого? А, бомбят нас. И аэродромы надо будет уничтожить как можно быстрее. Немецкие хенкели, сэр, заставят нас напали. Попотеть. Все зенитки, которые у нас есть, сэр, понадобятся на базе. Сэр. Университет построен. Поехал, зенитка. Так, университет построен. В университете мы тоже сейчас изучаем все технологии, какие можно. Патриотизм. Изучаем все. Сэр. Так, точку сбора тоже где-нибудь здесь. Да. Слушаю вас. Санитарная машина. Так, еще пару. Не-не-не. Пару санитарных машин. И что ты? Санитарная машина. Санитарная машина. Есть, сэр. Сэр. Текс. ОСД. Все отряды быстрее восстанавливают свою силу. Тоже изучаем. В общем, сейчас пока копим санитарная ресурсы. Санитарная машина. Есть, сэр. Если есть сомнения, нападай. Сэр.
Будет сделано. На нас нападь! Есть! Сэр? Нормально, отбиваемся. Есть, сэр! Сэр? Технологии мы изучили. Мы можем два раза патриотизм применить. Это восстанавливает здоровье. Сэр? 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 Давайте еще пару солдат. Сэр? Копим силы. Ну и пару танков еще. Будет сделано. Сэр. Пару танков и идем в бой. Слушаю вас. Сэр. Погнали. Сэр. На нас напали. Нам отбомбились. Британские САС к вашим услугам. Будь проклят этих Хейнкли! У нас будет слишком много потерь, если мы попытаемся на пролом прорваться через линию фронта. Должен быть способ остановить их. На нас напали! Есть, сэр, санитарная машина. Санитарная машина. Есть. Есть, сэр. На нас напали. Есть, сэр. Сэр. Есть, сэр. На нас напали. Черт подери. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Сэр. На нас напали! Есть, сэр! Есть, сэр! Есть, сэр! На нас напали! Есть, сэр! Есть, сэр! На нас напали, сэр! Блять, отходим, наверное, или что? Так, сэр. Отходим, отходим. Отступаем. Здесь мы зачистили траншеи. Теперь нам нужно опять заново все отстраивать. Заново отстраивать армию.
Сэр? Если есть сомнения... Сидел только танк генерала Паттона, но он толще, чем остальные. Надо было, кстати, воспользоваться патриотизмом. Ну ладно, сейчас будем аэродром уничтожать. Там нам патриотизм понадобится. Санитарная машина. Есть, сэр. Сэр. Кстати, мы же в университете можем технологии разработать. Или нет? Военное положение. Или не можем, я не пойму. Нет, ни хрена мы ничего не можем. Ничего не можем. Все, отгрохались. Сэр? Только прикажите. Так, погнали. Санитарная машина. Сейчас дочистим. Нам сейчас нужно, в принципе, просто сразу прорываться, уничтожать вот этот вот аэродром. Аэродромы нужно выносить в первую очередь. С них самолеты взлетают. Сэр, на нас напали. Есть. Сэр, выносим аэродрома. Сэр, так, первый есть. Санитарная машина. Есть, сэр. Сэр. Сука, еще один самолет летел. На нас. Санитарная машина. Есть, сэр. Есть, сэр. Так, вынесли этот аэродром. Проламываем стены. Сейчас будем еще два аэродрома уничтожать. Санитарная машина. Так, ломаем стены. Блять, да что ж такое? Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Сэр. Какая крепкая стена. Так, на территорию есть, быстро. Санитарная машина. Ахтунг, ein Dringling. Так, уничтожаем аэродром. Есть, сэр, на нас
Так, все аэродромы мы поуничтожали. Сэр? Сейчас, я думаю, надо опять перегруппироваться. А, давайте вот эти вот казармы уничтожим. И пару танков еще. Сэр, я сказал вперед! Я что, не все, что ли, аэродромы? Что ж, откуда они тут? Блять, там еще один аэродром. Ё-моё, так я не уничтожил, получается, аэродром-то. Они же не могли его заново отстроить, мне непонятно. Значит, я забыл, я сейчас его не добил. Потерял две санитарные машины. Санитарная машина. Без поддержки с воздуха линия фронта будет прорвана. Пора попробовать вражеской крови, мальчики. Давайте сразу очередь побольше поставим. Сэр? Так, где там войска? Все, у нас снова максимальная численность армии. Санитарная машина. Сэр, слушаю вас. Что нам делать? Так, выдвигаемся. Санитарная машина. Следующую линию обороны прорывать. Санитарная машина. Сэр, на нас напали. Не отступай. Есть кто? На нас напали. Есть. Всех потерял, обходим. Остался. Британский САС к вашим услугам. Уничтожили меня вот эти сукины пушки. Вперед! Так, ну тут уже у меня производятся новые войска. Не хватает золота. Сейчас произведем войска, пополним армию.
Не хватает золота. Так. Что нам делать? Сас. Все, у нас полный... Санитарная машина! Санитарная машина! Так, есть еще одна армия. Что там? Стрельба. Если есть сомнения, нападай. Слушаю вас. Сэр? Санитарная машина. Что, погнали? Если есть сомнения, нападай. Есть, сэр. Есть, сэр. Откуда-то немцы лезут. Нам сейчас нужно вот эти пушки в первую очередь уничтожить. Брошенный немецкий цепелин. Ой, он поврежден. Да, в таком состоянии он даже с места не сдвинется. Вот эти вот пушки — самая большая опасность для нас. Так, отходим, отходим. Могут паттерны завалить. Вообще отступаем к самой базе. На нас напали! Так, ушли, ушли. Сейчас остановим армию и снова... выделить. Англичане, видите, и без меня справляются, там ботают, воюют. Слушаю вас. В принципе, вторую линию обороны мы тоже уничтожили. Осталось, останется сейчас город только зачистить. Слушаю вас. Танков побольше накрепать. Слушаю вас. Четыре танка маловато. А, ну вот. Еще два. Слушаю вас, сэр. Слушаю вас. Слушаю вас. Что там у нас осталось еще?
графика изумительная. Детализация для того времени. Так, все, у нас максимальная численность. Сэр! Возвращаемся на эту позицию, откуда только что бежали, сломя голову. И вообще надо, наверное, это точку сбора поставить куда-то поближе, вот сюда, например. Угу. Чтобы они сразу сюда приходили, не надо было через эту карту нагонять. Только прикажите! Санитарная машина! Слушаю вас! Так, ну что, продвигаемся. Уже сейчас город будет. А вот мы уже сейчас город будем осаждать. Тут уже англичане стоят. Тогда, соответственно, и точку сбора тоже двигаем сюда. Так, пошли в атаку. Санитарная машина. Так, продвигаемся. Слушаю вас. Блять, я что, потерял все свои санитарные машины уже? Проклятье. Только прикажите. Все санитарные машины потерял. Не хватает золота. На нас напали. Слушаю вас. Есть, сэр. Изобретание. Только прикажите. Есть, сэр. Так, ну что, нам без санитарных машин делать нечего. Нам надо ждать, пока санитарки приедут. Прибыло подкрепление из танков. Но нужны санитарки. Все уже дохлые, потому что... Только прикажите! На нас напали! Только прикажите. Есть, сэр. Так, прибыли санитарки первые. За Британию. Слушаю вас. Пошло лечение. Только прикажите.
Только прикажите! Только прикажите! Только прикажите! Слушаю вас! Санитарная машина! Да, что, погнали? Еще разнести. Санитарная машина. Лечимся. И снова в бой. Есть, сэр. На нас напали. Санитарная машина. Продолжим. Слушаю вас. Слушаю вас. Танков, я смотрю, мы не теряем. Так, продолжаем. Слушаю вас. Санитарная машина. Только прикажите. Дайте перегруппироваться. На нас напали! На нас напали! Блять, там генерала Паттона бы не завалили. Только прикажите! Только прикажите! На нас напали! Есть! Слушаю вас! Кстати, а где танк генерала Паттона, мне непонятно. Только прикажите, есть! На нас напали! Слушаю вас! Есть, сэр! Плодовое дерево истощилось! Есть, сэр! Ой-ой-ой! Сэр! Сэр! На нас напали! Есть! Сэр! Есть! Есть, сэр! Есть! Есть, сэр! Так, у нас явно не хватает танков. Явно не хватает танков. Что нам делать? Подтягиваем подкрепление.
Хотя подождите, почему танков не хватает? В принципе, я вижу, что... Танки где-то должны быть. А, они в пути, они едут. Наверное, да? Едут? Чё-то я вижу. Только у меня танков ни хрена нет. У меня пехоты до хрена, а танков нет. Санитарная машина. Сэр. Только прикажите. Санитарная машина. Ну, хрен с ним. Ладно, давайте, погнали. Есть, сэр. Сэр. Есть, сэр. 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 Есть, сэр. На нас напали. Сэр. Сэр. Есть, сэр. Санитарная машина. Есть, сэр. Так, отступаем. На нас напали! Все израненные. Сука, не дети. На нас напали! Сэр! Сэр! На нас напали! Есть! Так, нам опять нужны танки. Блять, я не понимаю, точка сбора у танков где? А, едут, едут. Прибыло подкрепление. Сэр. Сейчас мы всех в одну рамочку. Сэр. 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 Только прикажите. Продолжаем налеты. Сэр. Золотая шахта иссякла. Черт подери, золотая шахта иссякла, друзья. Но у нас есть еще одна. И нам сейчас придется ей тоже заниматься. На нас напали. Есть, сэр. Сэр. Есть, сэр. На нас напали. Есть, сэр. На нас напали, сэр. На нас напали, сэр. Кажется, все. Сэр, порт у нас под контролем. Ни один корабль не вышел в море. Отличная работа, Чарльз. К несчастью, мы опоздали. Начальник порта сказал мне, что пассажир по имени Виттори Майорана отплыл в Рим сегодня утром за несколько часов до того, как мы захватили порт. Черт, мы просто не сможем поймать его там. Я нарушил правила, пойдя на Мессину вместо Монтгомери, но послать войска в Рим... Боюсь, за это они отдадут меня под суд. Впрочем, если никто об этом не узнает... Чарльз, найдите мне капитана О'Рейли!
Но, сэр, что если у Рейли агент Германии, как говорит Демарко? Я не знаю, кому из них верить. Но у меня нет выбора. Я собираюсь поставить на О'Рейли.